Ребята, ну Отойдите! Уважаемые граждане, к вам обращается исполняющий обязанности начальника УВД по Ленскому району Лошаров Владимир Михайлович. Здесь проводятся работы на основании установленного закона Российской Федерации. Препятствование данным работам составляет состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.1 Кодекса об административных правонарушениях. Законно требуя сотрудников полиции составляет состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3. Вы будете привлечены к административной ответственности. Предупреждаю вас, требую покинуть место административного правонарушения и прекратить административное правонарушение. А документы-то покажите, так и будет вопрос решен. Вы нарушаете статью 19.1 Кодекса административного правонарушения. Где это показано, что мы нарушаем? Вы должны ознакомиться с Кодексом административного правонарушения. Еще раз. Требую от вас покинуть место административного правонарушения и прекратить свои противоправные действия. Документы! 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 Вы говорите, мы нарушаем, а вы даже документы не показываете для того, чтобы мы нарушали. Мы даже не знаем, что мы нарушаем. Мы не знаем, что мы нарушаем. Мы уважаемые граждане! Требую покинуть место административного правонарушения и прекратить свои противоправные действия. Иначе сотрудники полиции имеют право применить физическую силу согласно федерального закона номер 3 ФЗ о полиции. Когда все стройки идут, всегда вывешивается документ. От 7 февраля 2011 года. Предупреждаю вас. Да где у вас даже на заборе нет документа? Сейчас будет. Обычно все стройки вывешивают документы. Такой-то, такой-то. И висит документ. Документы! 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 Просто хотели спросить, если у вас есть офицер, то не надо поставлять. Пацанов, не надо поставлять. Вы сами понимаете, что... Мы будем применять физическую силу. Да детский сад, это все. Договор, дайте почитать. Нет оснований применять физическую силу. Мы-то не применяем физическую силу, а мы мирные граждане. Согласно Конституции Российской Федерации, мы можем здесь спокойно находиться. Данные земли относятся к лесному фонду. Вы нарушаете наши права свободного передвижения, местонахождения и свободы. Народная!
Мирная! Мирная война! Господа полицейские! Покажите свои приказы! Не трогай, блядь, палку его! Палку убери, беззащитный человек перед тобой! Вот смотрите, что у нас творится! Подложили что-то в карман! Да, вот у него! Не надо ничего рвать. Ока. Не трогай человека, он сам может встать. Легче всего ямку выкопать, нет, копать из-за этого. Сотни миллиардов лежат в американских бумагах. Вот где наши деньги. Столько денег, можно все было сделать, что только не знаю, хуже, чем в Японии. Сразу бы работа людям была бы. Это все переработка, это не лезет. Безработицы бы не стало. Неужели нигде не заработать больше денег? Вообще нигде, кроме как на помойке. Раньше золотарь, конечно, хорошая профессия была, но он помогал людям. А это очень много можно сделать. Если вы не сталкивались с колдовствами и с бабками, с великодскими, то вы зря это думаете, что просто так. А можно и так сделать. Перевернулся ним, все ясно стало. Смейся, свою смейся. Изнанку власть когда нам показала. Когда загнешься и не стоять не будет, так потом не будет. Крепостное право. Не вольны мы теперь решать свою судьбу. Мы лишние у новоришек на Перу. Мы не рабы. Волчно заварили кашу, пеняйте на себя. Вам не отнять свободу нашу. Неравная, тяжелая нам предстоит борьба. Испытывает вновь на прочность нас судьба. Весь мир узнает правду, поддержит нас в борьбе. А шелупони жадные будут сидеть в тюрьме. Недаром наши предки умели воевать. Недаром наши предки умели побеждать. Живем в стране, как в зоне. Паханы да воры в законе. Я только строчку скажу. Люди, вы знаете про станцию ШИС? Здесь людей проверяют на вшивость.